чувствуешь, что сейчас можно спросить? Радость за нашу команду, за каждого. Как я вчера и говорил, что главное было наслаждаться игрой и смотреть друг другу в глаза честно, открыто и радоваться, и трудные моменты забывать. Поэтому мы от начала до конца это делали, это сработало. Даже когда были какие-то провалы, мы смотрели друг друга и говорили то, что надо было, и кому-то надо было завестись, кого-то успокоить. Поэтому все на чувстве, все. Давление смогли в итоге отбросить? Да. В этом мы вот хорошо сработали. Вот единственное, физически были трудные моменты, поэтому было важно перестроиться, когда там тяжелее ноги стали, там прыжок чуть подсел, немножко изменить технические элементы под усталость. Опять же, мы вот корректировали это все вместе, обсуждали там в кругу. Сегодня по всем аспектам игры довольны? Да, результатом довольны. Просто сейчас пока я не готов там какие-то аспекты вспоминать. Я знаю, что мы выиграли 3-0, и вот это важно. Конечно, очень хотел подать эйс, потому что хоть на счет и не смотрю, я понимал, что очень нужен этот эйс, потому что мы всегда отставали на очко, и это очень плохо, когда 23 счет. Поэтому, естественно, пытался сделать максимум. Я понимал, что у них также тяжелые ноги, и просто хотел им немножко... Ну, они ждали все равно риск от меня, но не сработало. Там, ну, был выбитый прием, но эйс не получился. Была тактика из-за тяжелых ног им покороче подать. То, что сборная очков в первой партии отдали все-таки сборной России, сильно взбодрила команду? Помогло? Ну, даже не думаю. Там много очков было важных, когда там блоком работали, там забивали важные съемы, поэтому то очко я даже не вспомню. Да, там было что-то, мы в кругу там беседовали о своем. О чем беседовали в кругу? Все остается у нас в кругу. У вас было падение на тренировке, не пострадали после этого? Нормально себя чувствуете? Прекрасно. Вышли в Токио. Удачи, спасибо. Спасибо.